Картина Крипека Куюкова, почетного посла проекта «Атом», представили на выставке в Брюсселе. Она прошла в рамках конференции, организованной посольством нашей страны. И участники говорили о гуманитарных последствиях ядерных испытаний. Казахстанцы знают о них не понаслышке. Наша страна добровольно отказалась от ядерного арсенала. Все ответы на вопросы можно было найти и в работах художника из Семея. Соблазн иметь ядерное оружие, он, конечно, велик. Оно создано для того, чтобы убивать. Это смерть, это горе. Вот. И я думаю, что долг каждого человека, несмотря на национальность, на цвет глаз, бороться против ядерной угрозы. Нашей организации каждый год мы награждаем людей со всей планеты, сделавших выдающийся вклад в дело продвижения мира. И, на мой взгляд, художник Карипбек Куюков – настоящий борец за мир, который говорит, что ядерные испытания больше нигде не должны повториться. Творчество этого художника – это искусство.